Тренировка по спортивному ориентированию проходит в любую погоду. Днем и ночью ученики спортивной школы Горелова оттачивают навыки чтения карт, работы с компасом и распознавания своего местоположения по звездам. Здесь спортсмены доводят эти умения до профессионализма. Если кто не знает, ориентирование является олимпийским видом спорта, не включенный в олимпийскую программу. У нас, я бы так сказал, очень много чемпионов и разного уровня и ранга. Абсолютно разного, начиная от чемпионов мира и заканчивая победителем первенства России. Спортивной школе имени Горелова без малого 20 лет. Сейчас в ней обучается более 500 человек, а ее ученики являются постоянными чемпионами и призерами соревнований различного уровня.